Австралийские спасатели борются с масштабным пожаром в Сиднее. ЧП произошло на одном из заводов по переработке отходов на западе города. В тушении участвует более 150 человек. Практически весь Сидней заволокло дымом. Сотрудники фабрики срочно эвакуированы. Никто, к счастью, не пострадал. Причина возгорания неизвестна. Какие примерное время тушения такого крупного пожара?